Да, проиграли мы только сейчас боснийцу, герцеговинцу. А и... Там не так много шахматистов. То есть там или любитель, или гроссмейстер. Может, на закрытой нить. По-моему, в любой стране либо любитель, либо гроссмейстер, нет? Нет, некоторые... Нет, гроссмейстеры тоже не любители. Ферзь c2. Ну, я уже тут, конечно, понять не имею, что надо делать. Я бы пошел слон g4. Да, интересный ход. Слон c4, слон e3, видимо, просто, да? Взяли e6, думаю. Ну, давай попробуем слон g4, ладно. Так, у нее 5 вроде ферзь d4, поэтому слон e3 ожидаю хода. Ты брал взять на f3, просто пойти e6. Так да, тоже просто можно. Просто e6. Может попробовать откусить эту пешку? Слон... А, даже не рокирует. Это рокирует. Я бы слон e3 пошел, наверное. Но e6 надо как-то развиваться. e5. Чтобы... А e5, а куда ферзю уходить? Куда? В ответ на какой ход? Ну смотри, сейчас он все фигуры с темпом на ферзя нападает. Ну, что поделаешь? Слон e3, и там потом просто... ладья d1. Да, да. Ну, две пешки лишние. Можно и пострадать. Можно ферзь d3 войти и одну вернуть. Ну думай, как лучше. Ферзь c3, правда, ферзь c1 меня смущает. Хотя там ферзь после этого пойдет обратно к другу. Давай попробуем. Одну скинуть, да, решили? Да. Но она все равно уродливая была, если честно. Да не, неплохая пешка. Чем уродливая? На самом деле ее жалко чуть-чуть, но... Ну, наверное, не поменять. А, решил поменяться. Да. А вторую как... А, вторая уже... И, ну, хоть какое-то развитие, видишь. Ну, сейчас два и спокойнее уже. Ну, спокойствия своего нет. Пешка на c6 очень слабая. Если было бы на b7, то, конечно, белая практически безнадежная позиция. А так на c6 тоже слабость. Задумался. Правильно сделал. Понимаешь, если... сейчас черт не консолидируется, то просто будет страдание без пешки. Ну, правильно делал, но черт бьет эту позицию. Возьму на e3, наверное. И конь c5. Ну ладно, ладья побьет. Теперь у нас пешка висит, а 6 не сыграешь. Пойдет сыграть b4, хотя очень не хочется, конечно. И коня пускать надо 5 лет. Нет, пешка, надо, пешка c теперь совсем мертвая. А, вот так вот. Может быть, можно сейчас пешку толкать? Не, наверное, надо приоритеты расставить. Сначала рокировка. C5. Ну вот видишь, он цепляется. Ну, цепять, что ли, сыграть? Ну, а как мы держать ее будем потом? О. Эту пешку. А как он ее нападать будет? Хороший вопрос. Ну, может быть, g6 ограничить. Да, g6, конечно, ход вполне естественно. Ну, слона переводит очень удачно, кстати. Ну, коня на b6 повели. Хорошо, играет босниц, слушай. Так, ну ладно, ладья c8, наверное. А почему коня не повести на b6 и садить c5? Надо d4 повести. Как нам его туда вести? Как-как? Ногами. Ну, почему не конь b6 сыграть? Пешка же, на пешку же нападаем. Конь коня на d4, если поставить, то будет очень хорошо. Тактику не извини, да, конь e6 выручает от этого. Как-то надо ладью куда-то ковырнуть, а куда непонятно. Погоди, ну, ковырялками. Все нормально. Да, если c4 проведем, то закончится партия. Она ладья b8, точнее всего. c4 готовим. Готовим конь d4, чтобы на b4 вот эта тактика не проскочила. Сейчас он, скорее всего, ладью будет сбить. А, ну, все. Что все? Ну, конь встал на d4, отличная клетка. Ну, тут еще надо чуть-чуть попотеть. Ставить второго на d6 поставить. А куда второго-то вести, кстати? На d6 сказал, что... И все, и c5. А, вот так вот. Да, это он плохо сыграл для нас. Она выбила слона. А как держать? А, вот да, так. Вроде бы тоже очень сильный конь, конечно, будет. К
как здесь прорывать-то все это дело? Не знаю. А, в комментариях какой-то Дима пишет, что звонок держит первое место на чест-темпо в стандарте. Ну да, что? Ну, Дима обобщил. Так, ну ладно, 38 секунд. Все, размена. Вот ну, это 4 грозит. Сильно лучше у черных, конечно. Может, еще не победа. Нет. Так. Заехали, да? Ну да. Все, коня сейчас туда. Коня туда срочно. Коня прям под темп встал. Коня, говоришь? Ну ладно, коня. И вот я бы 3. А, побить можно. Да. И все, короля туда привести, c4. А куда его привести? Видишь, коня этого тяжело сбить. Придется коня на d6 переводить как-то. Очень долго это. Ну, лучше, чем ничего. Да, такая блокада, конечно. Трудно пробиваемая, если честно. Ну, а повторение, что ли? Не, ну, повторение соглашаться по-другому не буду. Черных, конечно, лучше все равно. Просто тяжело пробить. Надо, может быть, на как-то на f4 провести? По-моему, он без коня остался. Ой-ой-ой. Ну, на флажке зевнул. Ну ладно, хорошая партия, кстати. Такая какая-то.